Умереть? Выйти из времени. Но это не означает исчезнуть. Прошлое время придумали недалекие люди. Нет прошлого. Нет будущего. Преступно жить будущим, принося себя в жертву. Надеяться, вместо того, чтобы в каждую секунду своего существования ценить мгновение жизни, а не трудиться во имя неизвестного завтра. На мой взгляд, надо запастись мужеством, мудростью и определенной долей спокойствия, чтобы выстоять под напором новостей, которые приходят к нам из внешнего мира. Большинство людей живут начерно. Труднее всего жить сегодняшним днем, чтобы он приносил радость, удовлетворение тебе и близким людям, для которых работаешь. Брать боль на себя, не бояться непоправимостей, разделить боль с ближним, помочь переплыть трудные минуты жизни родному существу, уметь сострадать, и тогда мир станет сердечнее, ведь это так просто. Но вот не живем ведь в радости и не готовы к опыту боли ни своей, ни чужой. Надо беречь свой организм. Это твое тело, это сосуд души. Если хочешь, чтобы твоя душа развивалась и восходила ввысь, надо беречь ноги, руки, быть в хорошей форме и заботиться о своем здоровье. Быть нездоровым не модно. Думаю, что серьезный большой артист обладает некоторыми дозами гипноза, но его, к сожалению, не фиксируют наши телекамеры. Поэтому телевизионные версии спектаклей всегда уступают удачным спектаклям в живом театральном пространстве. Хоть круть, хоть верть, а мы остаемся наследниками Византийской империи, в которой, как остроумно заметил Черчилль, главные движения происходят под ковром. Обо всех процессах, точнее об их истинных мотивах, мы имеем весьма приблизительное представление. Понять, что будет завтра, а тем более послезавтра, очень сложно. То, что у нас возникнут такие взаимоотношения с Украиной, не могли представить 99% населения России, включая политических аналитиков. Поэтому наше время – время неожиданных сюрпризов и необъяснимых явлений. Осиротил его Ленком, вслед за Абдуловым, Янковским, ушел Захаров. Грустен дом осенним днем таким неброским. Талант от Бога, режиссер, нам подаривший много света. Он был затейник, фантазер и гениально был при этом. Не знаю, будут ли еще такие гении на свете, кто будет подставлять плечо артистам, словно папа, детям. Ленком поднял на пьедестал, работал годы, не считая. Устал? Конечно, он устал. И нынче к звездам улетает. Но в нашей памяти есть он. Его безмерно уважают. Теперь ему от нас поклон. И грустно занавес вздыхает. Всегда шагал рискованно, не в ногу. Как мог нам сирым, выжить помогал. Но не тащил нас в рай и к Богу. Он здесь нам рай всем создавал. Теперь в его рай заперта калитка. И ключ от рая он с собой унес. И даже пение птиц в раю не слышно. Последний певчий в том раю замерз. Земной волшебник, разжигатель звезд, сбирал созвездия добра в небесной кроне, и звезды свет излили, мудр и прост. Теперь и он среди них, на небосклоне. Умереть – выйти из времени, но это не означает исчезнуть. Прошлое время придумали недалекие люди.